сегодня выступали по Кюру юниорский хест. Это программа сложнее, чем Кюр юношеский хест, за счет добавления таких элементов, как темповые менки, как полупируэты. И я стартую по этой программе уже год. Год назад, как мы сделали Кюр, и по мере возможности я принимаю участие с этой программой. Вот, сегодня езда сложилась очень удачно для нас. Боря, особенный конь, он фрисской породы, я с ним работаю уже 5 лет. И честно скажу, я очень горжусь им. Он достиг таких результатов, которые, в принципе, от нас здесь никто не ждал. Не без помощи нашего тренера, не без помощи моих родителей. И сегодня, ну, были ошибки. Их было больше, чем на тренировках, но меньше, чем обычно на стартах бывает. Как мне показалось, было некачественно выполнено менка в 4 темпа. Собственно, мне потом в подтверждение показали видео, где я действительно запорола первую менку. Прямолинейность хромает на менках. Потом зажата шея была. Да, 3 дня старта, тяжело ему дается. Он зажимает шею, и мне за это уже нагоняй сделали. Вот. По поводу всего остального, было очень хорошо, было качественно. Думаю, что тренеру есть что добавить. Возможно, еще полупируэты, контрголоп налево, да. Контрголоп налево, там качество хромало. Хотя обычно у Бори очень качественный контрголоп. Намного качественнее, чем у большинства лошадей. Мы очень много уделяем внимания этому элементу. Он труден для всех лошадей, а для фриза тем более. Сегодня моя ученица Екатерина Мосинцева заняла 1-е место в Кюре юниорских езд с хорошим результатом более 69%. Но все равно я недовольна ее выступлением, потому что была очень грубая ошибка на менке в 4 темпа. Лошадь подставила зад на 1-й менке. Также, так как Катя выступает на лошади нестандартной породы, фриской, у нас есть определенные проблемы с контактом, с положением шеи этой лошади. И сегодня положение шеи мне намного меньше понравилось, чем на командном призе и на личном призе. Но технически сегодня она проехала чище, чем предыдущие 2 езды. Также Катя достаточно эмоциональный всадник. Ей не всегда удается справиться именно со своими нервами, переживаниями. Но сегодня она была большим молодцом в этом плане.